сегодня глава Чувашии встретился с вновь избранным председателем общественной палаты. Ее руководителем на последующие 3 года станет Алексей Судленков. Какие задачи ставят перед собой общественники, узнавал Дмитрий Ковалев. Улыбайся, значит, все хорошо, на работе и дома. Это важно очень. Да, согласен. Нашей совместной деятельности. Рабочая встреча с главой региона – повод обсудить дальнейшие планы. Состав общественной палаты существенно обновился. В 4-м по счету созыве 12 новых членов. Пришли очень интересные люди. Пришли люди с опытом руководящей работы, общественной работы. Люди, которые болеют душой за Чувашскую республику. Хотел, чтобы наше вообще-то гражданское общество было активным, оно развивалось. Глава региона отметил, что за последние годы доверие жителей к общественной палате укрепилось. Эти проценты говорят о том, что люди с большим доверием относились и относятся. Вот это главный показатель. И с учетом нашего взаимодействия, я благодарен за то, что всегда без популизма ответственно подходили к выполнению своих обязанностей, ставили перед нашими органами власти вопросы свои. Проекты закона сейчас проходят нулевое чтение, это тоже всегда своевременно, с учетом интересов наших общественных организаций. Предложения членов общественной палаты в конечном итоге учитываются в принимаемых законах и указах. Через общественную палату я, как глава республики, тоже получаю обратную связь. Отдельные предложения, когда у вас есть по содержательной части, вы представляете мне, и, соответственно, они находят уже отражением наших нормативно-правовых документов. Одна из последних инициатив палаты – формирование корпуса наблюдателей за проведением выборов. Общественников намерены задействовать и во время будущих избирательных кампаний. Теперь наши общественные наблюдатели будут активными участниками всех выборных кампаний, муниципалитеты. Мы максимально обеспечивали прозрачность, открытость и честность проводимых выборов. Это по факту так. Члены нового созыва палаты намерены провести расширенную встречу с представителями муниципальных общественных советов, чтобы расставить приоритеты на годы вперед. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.